MLM-единение – международная ассамблея сетевых предпринимателей в Москве. У каждого есть свои принципы. Я хочу сказать о своих, и я хочу говорить просто от души. Самарские истории. Объекты недвижимости для пайщиков жилищной программы Best Way. Я считаю, для любого родителя очень важно дать своим детям путевку в жизнь. Теледискуссия. Ток-шоу о работе НК Best Way Элет в Республике Киргизия. Кооператив образован в соответствии с требованиями Конституции. Увлекательный тимбилдинг. Полеты в аэротрубе для сотрудников Life is Good в Оренбурге. Это мощный тимбилдинг, когда лидеры приезжают, общаются, обмениваются опытом. 8 июня Государственный центральный концертный зал «Россия» в Лужниках стал центром активности сетевого бизнеса. Единым полем и глобальной площадкой для коммуникации MLM-сообщества. Сегодняшний день ознаменован для мировой MLM-индустрии событием невероятного масштаба и значимости. Международная ассамблея сетевых предпринимателей начинает свою работу. Пока участники мероприятия занимали места в зале, в кулуарах собрались спикеры ассамблеи. Успешные, знаменитые, топ-лидеры не только российской, но и мировой MLM-индустрии. Для каждого спикера очень волнительно выходить на сцену, и в самом начале мероприятия проходит инструктаж. Организатором этого масштабного мероприятия выступил клуб VIP MLM. Его основатели – известные сетевые предприниматели Игорь и Ламара Жабины. С вашего позволения, вторая международная ассамблея сетевых предпринимателей – открыто! Рекрутинг сегодня и завтра. Так звучала тема ассамблеи 2019. Главная цель мероприятия – создание нового пространства для сетевых предпринимателей, для обмена опытом и развития MLM-индустрии в условиях современных трендов. Первым из спикеров на сцену был приглашен Роман Василенко. Его выступление стало открытием деловой части ассамблеи. Президент Life is Good представил аудитории свои практические советы достижения успеха. У каждого есть свои принципы. Я хочу сказать о своих, и я хочу говорить просто от души. То, что привилось, прижилось во мне, то, что помогает мне, то, чем руководствуюсь лично я. Я думаю, это вам будет интересно. Холдинг Life is Good – реальный кейс и наглядный пример успешного ведения бизнеса. Компания, основанная Романом Василенко 5 лет назад, на сегодняшний день является одной из ведущих в мировой MLM-индустрии. Благодаря уникальной бизнес-модели Life is Good Network десятки тысяч сотрудников холдинга за короткое время смогли добиться финансового благополучия, личного и карьерного роста. За время ассамблеи на сцене Зал России выступили 14 спикеров, известные MLM-лидеры, топ-менеджеры и владельцы компаний. 9 часов обучения, уникальные, эксклюзивные знания по рекрутингу, лидерству и мотивации, только работающие методики, конкретные инструменты, советы и практические рекомендации. Здесь, в зале, также находятся сотрудники холдинга Life is Good. Ведь для того, чтобы быть успешным, нужно использовать любую возможность, чтобы получать знания от лидеров мировой MLM-индустрии. Всего в работе Международной ассамблеи приняли участие около 260 сотрудников Life is Good. В зале они заняли места в самых престижных локациях. Здесь мы тренируем мозги, здесь мы тренируем свой какой-то позитив, здесь мы тренируем свое мышление, здесь мы тренируем свое сознание. То есть как для хорошего спортсмена важно всегда быть на тренировках, так для хорошего предпринимателя важно всегда прокачивать мозги вот на таких вот подобных мероприятиях. Все спикеры разные, все со своей харизмой, все молодцы, все дают очень хороший качественный контент. В рамках ассамблеи была проведена панельная дискуссия на тему «Правильный старт новичка в MLM-бизнесе». Ее модератором выступила Неля Джен, один из топ-лидеров Life is Good. В обсуждении приняли участие ведущие сетевые предприниматели, в их числе представитель холдинга, директор Сергей Санников. Уникальный опыт Life is Good является показательным. Я понял одно, то, что в нашей компании есть все. Человек пришел в наш бизнес, он сразу с первой сделки зарабатывает среднестатистическую зарплату в России. В других компаниях, наверное, не могут этим похвалиться, они думают, как удержать, еще что-то. У нас человек пришел, он сразу зарабатывает деньги. Все, он по-любому останется в этом бизнесе. Последние годы в России и в мире сетевой бизнес вышел на новый уровень развития. Наблюдается подъем MLM-индустрии, а также значительный рост числа так называемых свободных предпринимателей. Здесь мы видим, как растут другие компании, как растут другие лидеры, и мы можем сравнить, насколько мы сильны сегодня в этой индустрии. Мы должны участвовать, мы должны показывать, какая должна быть индустрия сетевая. Мы и есть сегодня одна из ведущих компаний сетевых
в России. Этим июньским днем был сделан важный шаг на пути единения российского MLM-сообщества. Термин «сетевое единство» обрел реальное воплощение как для новичков, так и для топ-лидеров, а пространство ассамблеи стало свободным от рекрутинга и пиара компаний-участниц. В этой индустрии сегодня уже задействованы миллионы людей, но так, чтобы под одной эгидой всех этих людей объединить, наверное, такое происходит в истории впервые, когда на сцене выступают спикеры разных компаний, причем здесь очень правильная политика, здесь мы не рекрутируем, здесь мы не зовем в свою компанию, здесь мы именно говорим о преимуществе MLM-индустрии. На сегодняшний день Международная ассамблея сетевых предпринимателей является крупнейшей в СНГ площадкой для развития MLM-индустрии. Мероприятие стало местом встречи и обмена опытом в кругу коллег, единомышленников, местом, где получают практические знания от ведущих экспертов, профессионалов индустрии. Это новая традиция в сетевом мире. Ассамблея – это очень знаковое мероприятие, особенно знаковое для нашей индустрии, потому что на ассамблее собираются сетевики, на ассамблее мы видим широту нашей индустрии, мощь нашей индустрии, и мы должны вместе поднять лицо MLM-бизнеса. По окончании деловой части состоялась церемония награждения лучших мотиваторов ассамблеи, в том числе признания были удостоены топ-лидеры Life is Good, директора Неля и Александр Джен. Церемония награждения стала торжественным завершением Международной ассамблеи сетевых предпринимателей. Мероприятие состоялось. И уже точно сейчас можно сказать, что это было грандиозное событие в мире сетевой индустрии. Далее Самара. Один из топ-лидеров холдинга, директор Радик Ахмеддинов, с декабря 2014 года строит бизнес вместе с Life is Good. Являясь отцом троих детей, он сам воспользовался программой ЖК Best Way для покупки сразу нескольких квартир. Я приобретаю 4 объекта недвижимости. Всем своим детям. У меня дети уже обеспечены с квартирами. Племяннику я тоже покупаю. Эту квартиру я купил для своего среднего сына Руслана. Он в ней уже проживает. И ему очень нравится, потому что здесь хороший район и очень близко до учебы. Общая площадь квартиры 40 квадратных метров. Она расположена в новом многоквартирном доме в престижном районе Самары. В пешей доступности набережная реки Волги. Руслан Ахмеддинов, как и его отец, также занимается продвижением продуктов холдинга Life is Good, в том числе жилищной программы Best Way. Я сам являюсь сотрудником первого пока что карьерного уровня. У меня круг общения – это в основном друзья-студенты, которые нуждаются в улучшении жилищных условий. Хочу передать слова благодарности основателю компании Life is Good Роману Василенко. Ведь благодаря ему мы можем приобрести квартиру на очень выгодных условиях. Также большое спасибо хочу сказать отцу. Изучив все, пройдя этот путь до директора, узнав подробно о компании, сомнений нет никаких. ЖК Best Way – это самый надежный и самый выгодный способ приобретения недвижимости на сегодняшний день. Я считаю, для любого родителя очень важно дать своим детям путевку в жизнь. И еще один репортаж из Самары. Благодаря ЖК Best Way пайщица кооператива Елена Усатая, ее супруг Андрей и двое детей справили новоселье в просторной квартире. За чаепитием они принимают в гостях своего родственника. Именно он рассказал семье о социально ориентированном способе улучшения жилищных условий через кооперацию. С 90-го года я занимаюсь недвижимостью. Когда я узнал про эту программу, изучил ее с 18-го года сначала, я начал продвигать эту программу. Она очень необходима для людей, выгодна, люди очень благодарны за эту программу. С удовольствием приходят, мы объясняем и даем возможность им получить очень прекрасное жилье. Общая площадь квартиры – 70 квадратных метров. Расположена она в новом кирпичном доме. Благоустроена придомовая территория. Район с развитой инфраструктурой находится в непосредственной близости от исторической части города. Мы переселенцы из Казахстана. И такой очень главный вопрос для нашей семьи стал – это приобретение жилья. Мой родственник Максимчан Михаил Петрович предложил нам вступить в жилищный кооператив Best Way для приобретения жилья. Мы выбрали квартиру. Светлую, просторную, большую. Теперь мы просто счастливы. Мы живем в нашей собственной квартире от ЖК Best Way. В Киргизии граждане республики проявляют все больше интерес к деятельности НК Best Way Элет. Такой высокий общественный резонанс нашел свое отражение в медийном пространстве. Жилищная кооперация стала темой для обсуждения в популярном ток-шоу на республиканском телеканале НТС.
В дискуссии приняли участие эксперты в области финансов, юриспруденции, специалисты по недвижимости. Предстояло разобраться, насколько в наше время актуальна кооперация как доступный способ приобретения жилья, каковы истоки ее возникновения, а также донести до общественности, что деятельность Best Way Elet в Киргизии находится строго в правовом поле. Кооператив образован в соответствии с требованиями Конституции, законами Гражданского кодекса и законами о кооперативе. Поэтому все соответствует букве и духу закона. Поэтому здесь каких-либо нарушений, значит, при тщательном исследовании не было выявлено. В ходе ток-шоу его участники также ответили на вопросы гостей в студии. Жители республики самых разных слоев населения интересовали конкретные аспекты касательно самого принципа жилищной кооперации и, в частности, деятельности НК Best Way Elet. Данная передача, я надеюсь, даст хорошую информацию для людей, чтобы они узнавали о кооперативе из первых лиц и получать объективную информацию. Миссия жилищного кооператива Best Way Elet заключается в том, чтобы сформировать у людей и развивать кооперационное мышление. Из Бишкека отправляемся в Оренбург. Здесь в рамках командообразующей стратегии холдинга состоялись увлекательные полеты в аэротрубе. Подобные мероприятия – это важный шаг на пути формирования и укрепления корпоративного единства. Мы все вместе, друг за дружку. И если мы время проводим все вместе, мы и бизнес такой строим все вместе, держась рука за руку и достигнем просто колоссальных результатов. В тимбилдинге приняли участие около 30 сотрудников Life is Good. Это были лидеры холдинга от четвертого карьерного уровня, которые ведут бизнес в Оренбургской области. Для большинства из них полеты в аэротрубе были впервые. Первый раз полет в аэротрубе, наверное, можно сравнить с первыми шагами в бизнесе. Вроде бы все знаешь, но если четко не выполняешь инструкции тех людей, которые проводят инструктаж, у тебя не все сразу получается. Это мощный тимбилдинг, когда лидеры приезжают, общаются, обмениваются опытом. Именно в таких мероприятиях крепнет командный дух. На этом у нас вся информация. Вы смотрели Life is Good News. Жизнь прекрасна. Будьте с нами!